Приветствую вас, здесь очень важно проследить связь между тем, что вы поняли, вот именно в буквальном смысле связь между тем, что вы поняли, успокоились, и тем, что муж ну, перегорел, вот. Потому что, на мой взгляд, связь, она, ну, все же есть, на мой взгляд, связь есть, потому что, ну, вряд ли это случайность, что, вот, стоило мужу вашему перегореть, да, и вы успокоились, вот, либо там, соответственно, ситуация произошла наоборот, вот. Отдельным пунктом, Екатерина, идет то, что вы успокоились. Почему вы успокоились, это тоже момент, который надо бы преследовать, потому что не очень понятно, что именно привело к тому, что вы успокоились. Вот, как эта ситуация вообще возникла, что вы успокоились. Вот. И, значит, если муж перегорел, то как это, как вы это восприняли, то есть именно вот конкретно вы как восприняли данный аспект. Вот. А мы это, ну, тоже такая достаточно важная история, достаточно важный это момент, вот. Далее, подскажите, что сделать и как вернуть чувство на наши хорошие отношения? Никак, Екатерина. Почему никак? Потому что отношения ваши, они изменились, они стали другими. Вот. Их вернуть, вот именно вернуть, как таковые нельзя, но можно заново их построить, в принципе. То есть, что это значит? Это значит, что вы можете своим последовательным поведением, своим последовательным отношением к нему, вы можете вновь возродить его чувства, вот, конечно, при условии, если, значит, ну, если они у него есть, потому что несколько странно, что у него пропали чувства, да, и, ну, тут опять же нужна, тут нужна, опять же, вся, так скажем, картина, да, то есть, сколько времени ему понадобилось для того, чтобы почувствовать, что, ну, что у него больше нет к вам чувств, например. И так далее. То есть это все важные, важные моменты, вот, на которые необходимо найти ответ, потому что, ну, это важно. Вот. Дальше. Дальше идем. Значит, вы говорите, что вы истерили.
но, значит, вы не вели себя как женщина по отношению, ну, по отношению к, к мужчине, вот. Вы не вели себя как женщина, вот, вы вели себя, возможно, как-то иначе, то есть вы вели себя как, ну, как ревнивый человек, что и, соответственно, подтопствовало тому, что мужчина перестал чувствовать себя таковым с вами. Соответственно, большее внимание желательно уделять именно женской модели поведения сейчас. Большее внимание желательно уделять тому, что бы давать мужчине почувствовать себя таковым вообще. И это на самом деле единственное, что может поспособствовать возобновлению ваших отношений. Вот. То есть только вот такой момент, только именно момент, связанный с, ну, с возможностью для человека почувствовать себя заново мужчиной, и мужчиной не просто так, да, а именно с вами. Вот. Это то, что мне видится, значит, ну, это то, что мне видится, вам нужно для себя пояснить. Вот. Вот примерно так, примерно так мне видится ответ на ваш вопрос, который вы задаете. Примерно таким мне видится ответ на ваш вопрос, потому что все равно нужна беседа с вами, вот, возможно, нужна беседа с вами обоими, вот, именно возможно, то есть, как бы, я не берусь утверждать сейчас наверняка, но, тем не менее, это требует своего внимания. Вот. Ну и, конечно, вызывает вопросы то, почему вы в гражданском браке, а не в официальном. Да, то есть, по какой причине вы в гражданском браке, а не в официальном, это все, конечно, вызывает вопрос. Это то, что вам нужно преследовать, возможно, с помощью психолога. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.